Национальный антитеррористический комитет в Чувашии провел учения. Об их результатах говорили на заседании оперативного штаба. Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашской республике проведен завершающий этап учения по пресечению условного террористического акта на объекте воздушного транспорта. Согласно замыслу учения, группа террористов захватила заложников в здании аэропорта города Чебоксары. В сложившейся обстановке оперативным штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и ведении на территории города особого правового режима. В ходе проведения учебной операции осуществлены незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. Действия подразделения группировки сил и средств получили положительную оценку руководства штаба. Поставленные цели учения достигнуты.